Палитру любимого города он изображает с особым теплом и любовью. Одноименная выставка художника Анатолия Стрелкова появилась в библиотеке имени Маяковского. В экспозиции всего 12 работ, которые погружают в атмосферу родного города. Здесь можно увидеть Саровский монастырь, храмы Пантелеймона, царственных страстотерпцев, висячий мост, художественную галерею и драмтеатр. Одна из картин большого формата пошла на выставку, на областную выставку Нижнего Новгорода. Это «Зимний покой», то есть Саровский монастырь. И мне надо серьезно было прорисовывать, прорабатывать, то есть стараться как можно более деталей сделать, много, чтобы зрителям, жюри было интересно. Дальше большая картина в центре – это «Висячий мост». Написано тоже акварельными красками, немножко добавил пастельные мелки. Здесь я пытался передать главный акцент на висячий мост, башни, колокольни. Работы отражают многообразие и аутентичность саровской архитектуры. Автор не случайно акцентирует внимание именно на ней. Он закончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Я изучал архитектуру в институте. И мне бы хотелось порисовать, попробовать передать какой-то прием. Вот, и что вот я и делаю. Потому что, ну, тут в Сарове архитектура мне нравится, она красивая. Она чем-то похожа, ну, не знаю, на петербургскую, то есть тут храмы какие-то похожи, здания похожи. Экспериментом для Анатолия стала картина, на которой изображен памятник Серафиму Саровскому. Автор писал ее маслом, новой для себя техникой. В основном художник работает с акварелью, но постоянно находится в поиске. Полюбоваться красочными пейзажами и памятниками архитектуры Сарова можно на выставке «Палитра любимого города» в Зале искусств библиотеки имени Маяковского. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. Телефон для справок 9-94-09. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Евгений Иващенко. Служба новостей. Саров, 24.